Пока власть не поменяется в Российской Федерации, это ничем не закончится. Я думаю, власть поменяется. И здравомыслящие люди возьмут в свои руки руль и прекратят этот бардак. Это убийство, это террор, эти смерти. Я ничему не удивлюсь, если в один прекрасный момент просто кто-то сядет, руки пожмет там наверху, о чем-то договорятся, и все закончится. Только лишь революциями. Самое правильное решение. И благородное, я считаю. Вот за это стоит бороться вообще. Мое мнение, что один, он, как говорится, поговорка есть такая, не воин. Если масса пойдет против, масса, тогда уже там должны задуматься, из массы давится. Российская же масса пойдет, и все. Тогда, я думаю, будет эффект какой-то. Володя, когда пришел к власти, у него была война чеченская. Я думаю, скорее всего, с власти он уйдет тоже, потому что война. Я не знаю, выборы, ну, в них особо никто никогда не верил. То есть все знали заранее, кто будет победитель всегда. Возьми, что президентские выборы, губернаторские и там Государственную Думу, все это так сделано. Если народ в России сам встанет, и это не один человек будет, это полностью, вот тогда, да, тогда поменяется. А так, если просто сидеть и молчать, вот нам все, нас все это устраивает, хотя они в глаза говорят, вот хорошо, там Путин нам поднял, блядь, пенсии, Путин поднял зарплаты, блядь, Путин поднял то, Путин поднял это. Но он же сразу Путин и поднял, и аптеку поднял, и магазины цены поднял, и бензин, и продукты. Все сразу поднял, ничего не поменялось, вообще ничего. Бабушка раньше, если шла там в лесок какой-то, набрала там грибочков, вынесла на рынок, продала, ну, как бы, да, там на пару булок хлеба себе заработала. То сейчас нет. Бабушка, которая продает грибочки с леса, блядь, она должна платить налоги. Как хорошо раньше жилось, а сейчас что? Я своих родственников с Полтавы не видел уже чуть ли не 20 лет. Несчастье и горе. Наши родные, ваши родные. Как они просто свой народ не жалеют. Посылают на верную смерть. И для чего это все делается, я не понимаю. Причина-то какая-то. Причина такая, что вы хотели жить вот, ну, вот так развиваться. Или... У нас тоже больше половины страны хотело бы развиваться так же, как вы. Многое молодое поколение сейчас 90-х годов, 90, 96, 98, они тоже все смотрят на Америку. Кто бы не хотел. Мне кажется, американская мечта это, ну, для всех. Все прекрасно понимают, что люди живут хорошо. Что надо, наоборот, дружить со всеми, развиваться как-то, ну, вместе они. Это отравление народа, понимаешь? То есть народ травят. Вот он такой, вот он такой, вот он такой. А человеку, если, знаешь, постоянно называть его свиньей, в итог, знаешь, какой? Он захрюкает. Ну, всех все как-то устраивало, как бы их не трогают. У тебя там есть там машина, дом, там, да, квартира, там, какая-то зарплата. Ну, как бы хватает тебе на жизнь. И как бы пока не трогают, значит, все нормально. А когда начинают трогать, значит, уже что-то не так. Ну, вот уже что-то не так началось. Я просто столько людей видел, которые долго лежат мертвые, и мне кажется, им вообще до лампочки. Только революция поможет изменить политику в России. Да и вообще, если честно, Путин сколько раз говорил, что он Конституцию не будет менять, и залез уже в эту Конституцию, там понаменял. И, ну, в общем, идет обман народа, обман массы. И все. Я думаю, просто это кому-то удобно. А удобно ради чего? Деньги. И чем их больше, тем больше их хочется. Там все люди мусор. Для руководства, опять же, не для родных и близких. Вот сидят с нами 25 человек, они вообще говорят, мы рады, что попали в плен и что живы остались. Потому что ихним семьям уже, мы сидели в подвале все, ихним семьям уже всем сказали, что они погибли.
там, вот это национальное достояние России, газ, нефть, все принадлежит народу. На самом деле все знают, что ни хрена ничего никому не принадлежит, кроме тех, кто сидит там в главе компании. На Кремль, вот на, где люди все с большими головами и за всех решают все. Ждать не надо. Надо действовать. Если это произойдет, то Россия кардинально поменяется. Я думаю, поменяется. Народ задумался, поднялась общественность. Все люди. Все люди Российской Федерации. Думаю, что если так сделать, то, может быть, да, что-то поменяется. Это возможно, но надо в них такую черту искоренить, что чувство страха вот это. Они там привыкли сейчас в России, за все сразу могут посадить, там, штрафы нарисовать, там, бутылку пива выпил, 2 года тюрьмы. Вот такая, ну, запорожники, просто едут запорожники и все. Но я думаю, что если сплочится масса и пойдет, результат будет.